2020-й каждому из нас запомнился по-своему. Для Ольги Валеевой он стал годом, когда она открыла для себя новое увлечение. Во время карантина она случайно наткнулась в интернете на скульптуры со стабилизированным мхом. Идея так захватила Ольгу, что она сразу решила попробовать сотворить нечто подобное самостоятельно. Я нашла одних поставщиков, других, которые небольшими партиями мне присылали этот мох, и я начала для дома делать изделия и украшать свой дом. Меня это очень завлекло все, настолько завлекло, что мне хотелось это дарить людям, это хотелось показывать людям. С тех пор Ольга постоянно находится в поиске новых сюжетов для своих скульптур. Развиваться очень помогает поддержка семьи. Именно близкие подтолкнули мастера пойти дальше и начать продавать свои изделия через Инстаграм. Очень семья меня поддерживает. Муж мне сделал фотобокс, который заказала моя дочь. Ведет Инстаграм, и они меня поддерживают и во всем мне помогают. Муж очень помогает в упаковке изделий, потому что эти изделия отправляются по России, по Крыму. И, естественно, из-за того, что в основном это керамика, гипс, бетон, их надо очень хорошо упаковать, чтобы люди получили изделия в целости и сохранности. Со временем девушка стала все лучше разбираться в своем деле. Нашла поставщиков более качественного мха. Выращивают и собирают сырье в лесах Норвегии и Финляндии. Стабилизируют и окрашивают самые разные цвета. Он уже не живой. Его срезали и стабилизировали. Стабилизация – это выдержка его в глицерине. Бывает в солевых растворах. Но все производители скрывают секрет изготовления стабилизированного мха. Можете увидеть, что это на самом деле натуральный продукт, потому что иголочки из леса, да. Мы обязательно это все счищаем, достаем, убираем, чтобы у нас были шапочки красивые и очень мягкие. Такому податливому материалу легко придавать нужные формы. В коллекции Ольги можно найти абсолютно разные скульптуры. В преддверии праздников стали появляться и новогодние сюжеты. Первые эко-елочки, которые были с деревом, они быстро разлетелись, людям очень понравилось, потому что как вариант украшения помещений, рабочих мест, и они очень быстро. Но мои клиенты толкают меня на идеи. Одна клиентка, которая брала елочку, она мне спросила, а где же бычки? Не мешкая, Ольга начала поиски статуэток с символом 2021 года. Теперь в ее магазине в Инстаграм «Мосс Мануфактур» можно выбрать фигурку на любой вкус. Неизменно их дополняет подушка из мха. Бычки будто пасутся на лугу. Есть и различные елочки. Если их дополнительно украсить, то получится еще одно небольшое нарядное деревце. Скульптуры можно поставить на праздничный стол или под главную пушистую красавицу. А еще они могут стать оригинальным и запоминающимся подарком родным или коллегам. При правильном уходе мох будет служить до 10 лет, поэтому новогодний декор можно смело убирать на время и доставать вновь с приходом зимы. Чем хорош стабилизированный мох и изделия из этого мха? Тем, что он не требует абсолютно никакого ухода. Самое главное, чтобы влажность помещения была повыше. Единственное, что если у вас уже включено отопление, то хотелось бы, чтобы вы включали увлажнитель воздуха. А так мох не притягивает на себя даже пыль. Если вдруг с годами все-таки пыль в помещении села, то рекомендуется сдуть его феном, холодным воздухом фена. Несмотря на серьезную обработку, стабилизированный мох – природное безопасное изделие. На него не бывает аллергии, он не требует солнечных лучей или особого ухода. При этом необычный материал наверняка подарит много приятных эмоций и ощущения праздника. София Дроговоз, Юрий Риутин, Севинформбюро.